Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-влог. И сегодня я хочу вам показать мои любимые свитерки, которые я совсем недавно приобрела, но очень-очень сильно полюбила. И начнем мы с свитера, который сейчас на мне. Итак, вот мой первый свитер. Он идет с темно-синего в светло-синий и бело-синий. Мне он очень-очень нравится, очень тепленький, приятный на ощупь, не колется, достаточно теплый. Вот такая вот интересная у него вязка. Я заказывала S-ку, мне идеально подошел этот свитерок. Он свободный, сразу хочу сказать, что он свободненький. Мне кажется, это даже очень хорошо. И он у меня в фаворитах. Сегодня я, скорее всего, в нем пойду на учебу. И вот так выглядит второй свитерок, он очень праздничный, с оленями красного цвета, а вы его уже видели на мне во влоговом, в инстаграме, он очень всем понравился, так что на все вещи оставляю ссылочку в описании. Классный свитерочек, единственное, что меня немножко смутило, это рукава, они коротковаты. Вот по косточку буквально прикрывают и все. И я не могу сказать, что он на меня маленький, потому что по плечам он просто идеально сел, а вот рукава, имейте в виду, девчонки, что немножко коротковатые. Но так вообще шикарный свитерок, он такой праздничный, он мне очень нравится, и сейчас он в моих любимчиках. Следующее, что хочу вам показать, это гвоздики, которые я купила в Праймарке. Они очень праздничные, здесь есть елочки, снеговички, сердечки, бантики, просто такие шарики, звездочки. Обалденный наборчик, стоит всего 3 евро у нас, и мне кажется, это просто обалденные. Мои фаворитки из всех этих — это звездочки, бантики и снеговички. Так что посмотрите, сейчас перед праздниками продают всякие разные интересные штучки в Праймарке. Вообще я очень люблю этот магазин. Что вот такой вот наборчик, присмотритесь к нему. Следующие серьги я заказывала с интернет-магазина, все ссылочки оставлю в описании под видео, так что будьте внимательными, заходите, кому интересно, смотрите. Они очень массивные, блестят обалденно, и я их заказывала вместе с свитером, который уже вам показала. Ну, сережки классные, мне кажется, они очень симпатичные, и, ну, не знаю, мне они очень нравятся. Следующие мои новинки — это вот такой вот блеск для губ и лак для ногтей от Estée Lauder. Блеск для губ у меня номерочек 21 Pint. Блеск, в принципе, мне понравился, он нежно-розового цвета, аппликатор здесь достаточно такой мягенький, приятный на ощупь, то есть ощущения на губах очень приятные, не очень яркий цвет, то, что я люблю, и отлично блестит на губах. Больше ничего сказать по поводу этого блеска не могу, так как, ну, блеск, он и в Африке блеск. Следующее, что я хочу показать, это такой вот лак от Estée Lauder. Такой вот номерочек у лака. Камера передает, что он красного цвета, на самом деле он такого достаточно бордового цвета, красивый на ногтях, долго держится, в принципе, обалденный лак. Одним, он очень пигментированный, то есть одним слоем он покрывает полностью всем своим цветом ноготь, и, в принципе, второй слой, ну, в принципе, не нужен, поэтому очень классный лак, если есть у кого возможность его попробовать, обязательно попробуйте. Ну, это все на сегодня, я надеюсь, вам было интересно, всем огромное спасибо за внимание, увидимся с вами очень скоро в следующем видео, всем пока-пока!